Это выставка World Food 2022, и с нами еще одни участники нашей выставки из Ирана. Компанию Ганданен представляет Камаль Инушин. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы представляете на этой выставке. از شرکت قند پارسی شکرانه از ایران تولید کننده قندهای گیاهی شکر قهوه‌ای کریستال نباتای کریستال و شکر قهوه‌ای Здравствуйте, надеюсь, у вас все в порядке. Это наш товар. Наша компания называется Ганданен. Но это вообще иранский сладостный. Но это кристаллический сахар, называется набат. Это вместе сахар, но просто лечебный, из шафрана. А еще есть сахар с разным вкусом. گیاهی هستن، قندهای گیاهی هستن و ثبت اختراع شدن و تا 30 سال کسی حق برداشت یعنی این خط استفاده از این تکنولوژی رو نداره کاملا محصول جدید هست و سالم است از این لحاظ که با پودر گیاهی مخلوط هست میزان شکر داخل قند کم هست و از لحاظ سلامت سالم هست این واقعی اونیکالنیه، ایندیویدوالنیه، پرادوکتی دیلیا ناشی کمپانیا این واقعی لیچبنیه Скажите, это национальное, то есть в Иране это распространено или это ваша разработка? Ну, это вообще наша работа, да, наша компания, особенно. С разным упаковкой, с разным вкусом, да, с разным видом. Да. С разным вкусом, такой, такой, и с разным вкусом тоже, но разные виды вообще. Расскажите за время, что вы здесь находитесь, второй день уже, был ли какой-то интерес к вашему продукту со стороны российских компаний? Ну, просто самое главное, сладости, российские сладости, но просто было в 15 зал, ну, да, потому что это относится к нашей работе, поэтому нам интересно. Но для этого можно сказать, это с разным видом, с разным вкусом, а еще с разным упаковка тоже есть, да. То есть это один из вариантов? Да, только, да, да, только это один вариант. Но можно, надо сказать, это, как использовать это? Да, конечно, да. Это как сахар, вот такой. Это как сахар, но просто это растворится с кипяток, с чай. Но это с разным шафран. Ну, конечно, вы знаете, да, 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 конечно, конечно. Лучший шафран в мире есть в Иране. Конечно. Да, это лечебнее вообще. То есть но... это мы опускаем в кипяток и разводим. Да, да, да. Но еще есть набат, кристаллический сахар с разным вкусом. С вкусом мяту, с вкусом розовая, с вкусом корица и так далее. Это интересно. Мне кажется, это уникальный продукт на рынке, может быть. Уникальнее, да, и... Это вообще уникальнее, но кроме того... Другой вариант нет вообще, да. Там и надо еще тоже бедный, вахте, что чай руба и наши ринконы, чай же он хели буй и матву, а там хуй не гире. Там он бегин дарчин, занжебил, чай турш, гол мамади. Это сахар с разным вкусом, это с вкусом кислой, это вообще натуральный, да. Ну, поэтому я говорю, это вообще лечебный. Но просто есть тоже с вкусом корица, с вкусом имбирь, с вкусом розовая, и так далее. И тоже шафрин, и тоже имбирь. Да. Я желаю вам удачи с вашим продуктом. Я думаю, с таким уникальным продуктом у вас не будет проблем с тем, чтобы найти клиента, который в нем заинтересован. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, спасибо.